Сейчас мы вам покажем кастомизацию медицинского оборудования сотрудниками нашей компании. У нас есть монитор пациента. Есть модем. Делаем крепление для модема с помощью 3D-печати. Крепим сюда. Получилась вот такая модель, которая замечательно подходит к монитору пациента серии N, который мы установим, и он будет передавать данные для телемедицины. Собственная разработка компании Техномедицина, проектирование, монтаж и моделирование апгрейдов для медицинского оборудования.